Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сейчас я нахожусь на аккаунте своего подписчика. Я сегодня совместно с вами буду у него открывать наборы. Знаю, что сегодня появится карточка Мореза вечерком, но перед этим мы пооткрываем наборы с карточкой Неймара, возможно, его сумеем получить. И самое главное, потом, как только у нас появляется карточка Мореза, я открываю еще и на него охоту. Ребята, если хотели бы, чтобы я вам разыграл звездный абонемент, который стоит 300 с чем-то гривен, то обязательно прямо сейчас подпишитесь на мой канал, влепите лайкосик, набирайте 3000 лайков, без базара я вам его разыграю. А, 275, я уже что-то позабыл, извиняюсь за такой обман. Если от меня хотите, например, абонемент выходного дня, набирайте 2500 лайков. Каждая 1000 лайков равно с меня набор с карточкой Месси. Чем больше лайков наберете, тем больше наборов я вам сумею разыграть. Обязательно просто-напросто открывайте ваши подписки на ютубе, подпишитесь на мой канал, также напишите один всего лишь комментарий, который, ну, вот прям охарактеризует вас и почему вам нужна карточка Месси, либо звездный абонемент, или абонемент выходного дня. И также самое главное, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что сегодня именно там будут находиться для всех вас результаты. Пришло время побеждать. Насладись игрой на FocusBet. Множество интересных игр, в которых ты можешь поднять монету, уже ждут тебя. Играй с любого устройства, выводи средства любым удобным способом. Регистрируйся прямо сейчас и получи на баланс до 5000 рублей. FocusBet. Твой билет в успешное будущее. Я клацаю сюда, я знаю то, что это самая-самая топчик, самая офигеннейшая карточка. Все, забираем, забираем. Карточка Месси! 109-ю. Сегодня нежданно-негаданно у нас вышли наборы распродажи. Поэтому что мы делаем? Заходим сюда, откроем вначале бесплатный набор. Ребята, отпишите, пожалуйста, в комментариях из этого набора, кто вам выпал. Здесь есть шансы получить тренировочный опыт, монетки и усиление навыков, а также мастера. Самые наилучшие мастера: Кавани, CS Фабрика, Скантен, Диего Джота, Мбаппе, Де Брюйне и так далее. Нажимаем на кнопку «Бесплатно получить», посмотрим, что выпадет. Я уверен, что новый игрок вряд ли выпадет. Бесплатный набор распродажи. Прямо сейчас мы узнаем, кто же мне будет выпадать. Нажимаем сюда. И кто мне выпадет? Не понял, что-то набор поменялся. Что это за подстава такая, подставуха? Я не люблю такое, вот прям ненавижу такое. Также, если вы хотели бы, чтобы я вам разыграл наборы не с карточкой Мореза, а, например, вот эти вот за 55 гривен, там где шансы выбить карточку Кавани, Фабрикаса и так далее, игроков, абсолютно любых, то тогда просто-напросто, ну, набирайте по 1000 лайков и решайте сами, какие наборы хотели бы, чтобы я вам разыграл. С карточкой Мореза, либо с этими вот предложениями, там где гарантированно мастер выпадает. Решайте сами, с вас лайк, подписочка, комментарий и все. Ну и я прямо сейчас нахожусь на аккаунте у Эдуарда, и мы совместно с вами заберем прайм кумира. Если получится, то возможно сегодня я запишу, либо завтра для вас еще один выпуск, там где мы заберем карточку вот прям одного из самого наилучшего прайм кумира, это Стивена. Ох, тут ЦПшник 110 рейтинга, я просто в шоке от того, что такое нам eSports выпустили, прям максималочка, топчик, крутейшая карточка, которую я хотел бы забрать, хотел бы затестить. Если получится, для вас запишу и сделаю вам годный контент, чтобы вы сказали водос, да, это реально круто. Но пока что мы делаем? Мы залетаем сюда, у нас есть ровно возможность получить карточку Эшли Кола. Ну, походу придется его получать. Так, здесь у нас спецпредложение, премиальный набор, а ну-ка давайте посмотрим. 6250 самоцветов стоимость этого набора. Давайте открывать. Хотелось бы, чтобы усиление навыка выпадало. Ух ты, ё-моё. Очки премиального кумира даются. Открываем дальше. Как думаете, что будет еще даваться? Опять усилки. Постоянно усилки даются. Да очень круто. Еще раз открываем. Самоцветы улетают и монетки прибавляются. Хорошенько так. По красоте просто. У кого есть много самоцветов, то вам фартануло. Ой, стоп, я уже хотел открывать. А ну-ка давайте проверим, что все точно, как я задумал. Откроем еще два набора. Жалко, что спецпредложения у нас ушли уже. Ну ладно, 12500 тратим. В начале ролика хотелось потратить эти все самоцветы на карточку Мореза. Но, зная себя, мне не особо фартит в последнее время. И думаю, то, что вряд ли он мне выпадет. Поэтому лучше забрать премиального кумира. Эдуарду будет намного приятнее получить офигенного кумира. То есть даже премиального. Все, тратим еще раз. 5 на балансе, это круто, это здорово. И 5 миллионов еще выпало. Я так ненавижу, когда тренировочный опыт выпадает, прям аж бесит. А, кстати, у него же это ранг прокачан на 14, вообще здорово. Ну что, с такими-то статами нужно его карточку забирать на навесах. Бомба, ракета, петарда. Все.
Нажимаем сюда. Премиальный кумир прошлых событий. Нажимаем. И прямо сейчас мы заберем. Кайфуши. То, что надо. Бомба. Сумели это сделать, но двигаемся дальше. Далее. Теперь я совместно с вами еще хочу получить карточку Мореза. Конечно, ну, самоцвета очень мало осталось. Я думал, на самом деле, за 48 тысяч самоцветов должна была выпасть эта карточка, но сейчас уже понимаю то, что вряд ли выпадет. Какой тут процент? 0.99%. Короче, габелла полнейшая. Обработка платежа происходит, платеж выполнен. И прямо сейчас. Не знаю, рассчитывать, не рассчитывать на эту карточку? Да, думаю, не. Герой сборных мира. Открываем, посмотрим, что выпадет. Да, выпало. Конечно, мне его карточка уже 100 раз прям. А, жетоны мозаики, бляха. Ну, если можно, конечно, подкрываю. Я думаю, на меня никто не будет сердиться. И давайте еще один набор откроем. 1250 самоцветов. 300 тысяч монет. Ну, понятно. Ясно, печально, грустно. Там еще один набор можно будет вроде бы. И здесь тоже, но есть якобы шанс 3.90% получить. Но я не особо верю в то, что здесь можно выбить карточку Мореза. Прям, ну, нету такого вот прям того, что, ну, возможно ли что-то будет тут. Не верю. Да. Понятно. Все подтвердилось. На самом деле, я думал, типа, забирали карточку Мореза. Здесь, конечно, есть тоже маленькие шансы получить его карточку. Но прям, ну, очень минимальные. Так, чисто для красоты его фотку добавили, да и все. На этом решили спор закончить. Ну, так бы мы дошли до этого набора и здесь бы закончили. А тут шансы такие, типа 50 на 50. Фартануло бы, не фартануло, не знаю. Пооткрываем еще в разделе мозаики наборы. Карточку Минди Сона хочу получить, но знаю то, что их не будет. Поэтому рассчитываю максимум на рейтинг 102, и то не факт. Ну, начинаем. 98, неинтересно. Я по-быстрому буду открывать. 95-й. Так себе. Друзья, отпишите в комментариях, кто вам выпал в этих наборах. Вот прям реально интересно узнать, кто же выпал. 101-й уже хорошо, Гонзалес. Ну и на этом, походу, все, мы закончим. Ну что, дальше открываем. Ну, ясно, то что уже все, типа, закончилась лафа. Сейчас тренировочный опыт, усилки, монетки будут падать. Бенди, стой! Плюха, ну, не знаю, такое тогда случается. Я не ожидал, вот этого не ожидал. Я смотрю, что-то такое знакомое, я прям думаю, да ну нахер, не можешь же такое выпасть. Не, ну это приятно, даже если Мороз не выпал, это приятно. Не, ну за это благодарочка, еще плюс не в гарантированном, блин. Шок. Я уже eSports мысленно уничтожаю себя. А тут на тебя. Приятно. Реально приятно. Сотый. Блин, такое чувство, что, блин, сердце начало сильнее биться. Не знаю, это вроде бы не так нервничал, но неожиданно получить такую карточку Минди. Блин, нет, ну приятно. Дико. У меня с другим ассоциируется это. Ну тут 93-й выпадет. Ну, прям вангую, походу, ну. Не знаю. Думаю, 93-й выпадет. 103-й Фред. Хорошо. Приятно. В гарантии, я думал, 93-й выпадет. Накидало таких игроков тут. Герой сборных мир. И... 102-й. Прикольно, еще 5 наборов осталось. Блин, может быть, реально повезет. Да не, не. 93-й. Ну и 3 игрока осталось ровно. Ларин, Квадрадо и Сон. А, здесь монетки. Но монетки такое не особо интересно. Двигаемся дальше. Я не сдаюсь. Блин, что долго так загружается? Может быть, это знак то, что все печально, все плохо или все хорошо? Ну ладно, давайте открывать. Так, понятно. Понятно. Что там? А, уже все, монетки, блин. Вот не люблю, вот почему нельзя пофиксить этот прикол? Я не люблю, когда подсказка идет, я уже понимаю, кто выпадает, и опять монеты, ну... Ладно. Не, ну хотя бы 3 игроков осталось выбить, и все.
уже хорошо, уже приятно. Блин, я доволен, если честно. Вот максимально круто получилось, надеюсь, вам понравится. Напоминаю вам, друзья, чем больше лайков, чем больше подписок будет, тем больше офигенных розыгрышей я сумею для вас сделать. Если вдруг вам нужна накрутка монет, либо FIFA Points, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте, либо Телеграме. Цены стали намного доступнее, так что пишите, буду рад всем вам. Ну я пока прямо сейчас совместно с вами залетаем в событие «Национальный герой» и будем открывать наборы мозаики. Посмотрим, что у нас получится. Я открываю на аккаунте у подписчика. Спасибо большое за предоставленную возможность. Так, не все у нас загрузилось, но я уже начал открывать, ну и что. Скачал BlueStacks вместо Нокса, посмотрим, будет лагать, не буду лагать. Ой, громко. Так, 95-й вратарь. Ну, такой себе пока что, не особо интересно. Хочу вам сразу показать, как выбиваем карточку Неймара. Ну, не знаю, получится, не получится. Но это самое главное, нас цель сегодня. 101-й вратарь. Знаете, вначале, вот если бы вот только появились эти наборы, тогда, конечно, это по кайфу, когда открываешь, 101-й бах тебе выпадает. А сейчас, не, я хочу Неймара получить. Эдисона Кавани я уже получал, но вот Неймара не хватает, вот прям реально. Одного игрока, которого не хватает, ну прям никак вообще. Как мне его забрать? ХЗ прям. Ну, надо уже, надо. Хасан. Так, ну есть ли шанс реально выбить карточку Неймара? Не знаю. Шансов мало, но все же хотелось бы очень сильно. Так, этап номер 3, задача у нас выполнена. Сегодня по полной программе рейд Shadow Legends. Открываем дальше, ни в коем случае не сдаемся. Открываем, просто давайте лютый контент еще должны сделать. И чтобы по 300 тысяч монет. Этап номер 4, задача тоже выполнена хорошо. 102-й. Когда мы уже наконец-то дойдем до этих карточек, вот самых основных, которых я больше всего хочу получить, Неймара, Кавани. Отаменди тоже выбивал я уже, поэтому надо, вот прям реально надо выбить. Блин, ну чуть-чуть мена. Прям очень хочу заполучить карточку Неймара. Но в этот раз прям обязан, я думаю, то, что у нас получится, я не верю в то, что не получится. 93-й Троиси. А здесь в гарантированном наборе еще, блин, это еще хуже. Ну ладно. 103-й, хорош. Так, остается 4 карточки. Ну, пожалуйста, если можно. Атамменди и Боли. Прямо сейчас. Походу, монеты начнут выпадать мне. А в гарантированном 104-й будет. Тренировочный опыт, ну. 4 игрока осталось. Здесь монетки, бляха. Ну, уже вижу эту подставу от eSports. Не хотят просто, ну, никак давать мне карточку Неймара. Вот вообще никак. Сколько пытаюсь получить эту карточку, но никак не получается прямо. 525 тысяч монет. Супер сложно его получить. Хотя, конечно, может быть, кому-то из вас она в первом наборе уже выпадала, но нет, мне такого счастья не было. Так, смотрим, сверху будет, не будет. Нет, монетки здесь не будут падать. Тренировочный опыт, либо усилки. Так. Жетонов не особо много остается. Здесь грант будет. Пожалуйста, ну дайте Неймара. Я закрою глаза сейчас, но если можно, есть спорт. Вот прямо сейчас давайте по красоте. Просто Неймара еще хочу получить. Я обязан его забрать! 104-й! Ну, бляха, ну за что просто? Ну хочу уже выбить этого Неймара. Я не знаю, тут у меня уже азарт разыгрался. Вначале так пофигу было, выбью, не выбью. А так сейчас уже понимаю, что реально хочу его забрать. Тут монеты. Герой сборных, мир. 525 тысяч монет. Этап номер 8 уже выполнен у нас. 300 тысяч. Тоже монеты. Хотя, конечно, в нормальном количестве монеты падают, но все же, вот три карточки последних осталось, но походу до кого не дойду и все. И резко оно все закончится так. 525. В этом наборе, ну, нет, опять монету. Ну что такое? Хорошо, давайте мы залетим сейчас в магазин, чуть-чуть разбавим эту обстановку, потому что я так не могу. Карточка Месси, нажимаем сюда, 55 рин. Платеж выполнен. Жетоны, мозаики отсюда заберем. На карточку Месси я не рассчитываю, я отвык от такой ерунды. Да, ну, понятно, что не было смысла рассчитывать. Покупка завершена. И будем сейчас тратить наши самоцветы. Ну, должны выбить, прям реально должны выбить карточку Неймара. Вот я очень хочу его получить. Этап номер 9 уже выполнен. Что ж такое? И карточки Неймара нету. На месте, ну, типа, не было смысла рассчитывать, потому что, ну, выбивают только лакеры.
Но я не могу его получить, ну бляха. Сейчас от Аменди, вот прям, вот чую то, что это Аменди выпадет. Ну тратим, хорошо, 6250 самоцветов или сколько там. Будет просто пикфейл, если я не сумею за эти все самоцветы выбить карточку Неймара. Ну это Аменди, но 105, но уже не то, уже не те ощущения. Если бы не выбивал карточку от Аменди, то, конечно, другое дело было. А так, когда уже выбивал карточку от Аменди, ну не те ощущения. Кавани тоже выбивал, но тоже хотелось бы еще раз. А вот Неймара нет, никак не могу получить. Вот прям не идет в паке. 100 жетонов осталось, бляха. Вот все падает, кроме этих двух офигенных карточек. Я стал каким-то антилакером года. Раньше постоянно открываешь, думаешь, бах-бах-бах, тебе что-то годное выпадает. Сейчас вот открываю, думаю, бляха, ну когда уже наконец-то прям что-то интересное выпадет. Нету таких моментов уже, нету. Пропало оно куда-то. 300 тысяч монет. Так, у нас есть... О, гарантированно, ну пожалуйста, вот здесь. Я реально закрою здесь глаза. Пожалуйста, если можно, вот прямо сейчас выпади карточка Неймара. Ну выпади, ну уже пора. Ну хочу очень карточку Неймара. Пожалуйста, ну за что? Просто не догоняю, прикол этот. Бляха, ну это охеренная карточка. Ну, как ни крути, вот эту вот хочу получить карточку Неймарища. Но тут уже, типа, блин, ну других вариков нету, что карточка Неймара не выпадет. Сейчас, последний раз, типа, она не выпадает, а монетки, ну, понятно. Думал, есть хоть маленький шанс выбить карточку Неймара. Да, конечно, размечтался я. Ну хорошо, открываем уже гарантированно. Но это не те эмоции, бляха. Ну вроде бы как получил карточку Неймара, но не те эмоции, честно слово. Столько наборов открыть, чтобы в конечном итоге забрать карточку Неймара. Но все же потрачено очень много. Это в гарантированном наборе. Если бы он просто так выпал от понта, типа, ну, бляха, не в гарантированном наборе, то совершенно другие эмоции, другие вот прям чувства были бы. А так, типа, в гарантии, ну, это такое, когда ты знаешь, что он тебе выпадает, уже не те эмоции. Да, вот дальше, типа, остается всего лишь 1000 жетонов, и можно забирать карточку Мухаммеда Салаха. В этом вся прелесть и заключается, то, что под конец забираешь эту охереннейшую карточку. Чуть-чуть остается в туре сыграть, и все. Ну и давайте уже 2500 самоцветов. Под конец просто попытаемся забрать карточку Месси. Один шанс. На удачу. Посмотрим. Не. Не. Лучше бы даже не открывал, походу.